на самом деле я просто начинаю смотреть в сторону российских брендов. Сейчас много кто... Ну, как бы я зашла, я купила две вещички, и то, ну, как бы, так, базовые. То есть, ну, ничего. Слишком горе по этому поводу испытывать не буду. А у вас какой-то репортаж по поводу... Ну, обидно, конечно, что еще могу сказать. Даже очень обидно. Хорошие магазины уходят. Да, хороший магазин уходит, но импортозамещение нас спасет, я думаю.